Здравствуйте! Хочу сегодня поделиться с вами маской для волос. Значит, эта маска дает эффект ламинирования. То есть у вас волосы будут менее сеченые, блестящие и гладкие. Что для этого нужно? Нужно, чтобы волосы были чистые и немного влажные. Значит, мы берем 1 столовую ложку обычного желатина. Вот так вот, с горкой. Высыпаем в миску. И в эту же миску 3 столовые ложки холодной воды. Холодной воды обязательно. То есть мы это все помешали. И всю эту смесь помещаем на водяную баню. Пока у нас не будет однородная масса без комочков. Ну, я надеюсь, все знают, что такое водяная баня. Значит, мы разогрели это дело на водяной бане. У нас получилась жидкая такая смесь без комочков. Берем яйцо. От яйца мы берем только желток. Значит, отделяем белок. И только один желток. Перед этим мы остудили смесь, горячую смесь. Не нужно желток кидать. Значит, мы это все перемешиваем. Очень приятное на вид получается. Значит, желток добавили. И сейчас добавляем 1 столовую ложку бальзама для волос без силикона. То есть выбирайте такой бальзам, который без силикона. Добавили столовую ложку. Да. Так вот. Все это тщательно размешиваем. И быстренько-быстренько наносим эту смесь на свои волосы. Все, конечно, зависит от длины волос. Мне, конечно, вот этой смеси маски не хватит. Мне нужно в 3-4 раза больше. Не даем ей стоять, сразу же на волосы нанесли. Значит, обмотали голову, свои волосы пакетом и сверху обязательно полотенцем. И ходим мы в этой маске не меньше часа. Чем дольше мы будем находиться в этой маске, тем лучше будет эффект. На этом все. Пробуйте, делайте. Волосы на самом деле становятся очень эластичными, блестящими и намного меньше секутся, поверьте мне. Делайте маску, пишите свои отзывы в комментариях, да, и не забывайте, конечно, на меня подписываться. До скорой встречи!